Потому что на эту сцену выйдет человек, который не просто искренне любит нашу землю, а человек, который стал символом восстановления мира и возрождения Донбасса. Дорогие друзья, с Днем Шахтера и 80-летним Стахановского движения вас поздравляет наш земляк, народный артист СССР и Луганский народ. Вышел в степь луганскую, парень молодой, на работу славную, на дела хорошие. Вышел в степь донецкую, парень молодой. Заботу, любовь и поддержку. Нам не нужен чужой территорий, мы с тем не хотим воевать, но кому-то уроки истории не советуем и забывать. Сердцу все едино, Украина эхо, матушка Россия. И нет такой силы, чтобы голос Донбасса и голос Кобзона погасили. Тихо светит луна и блестит зелень, голубая. Ваша любовь согревает наши сердца. И от Луганской епархии вы награждаетесь памятным знаком Луганской иконы Божьей Матери, хранительницы нашей земли. Приехали сюда, в город, который уже тогда забыл или пережил, что мы знали, что такое жить без света, без воды, без связи. Вы первый артист, который вступил на эту землю во время войны. Вы действительно человек, который подтверждает основные принципы, что русские своих не бросают.